Всем привет, у нас обновился Dev Park 2. Появилась система достижений, давайте посмотрим. В смысле, ачивки называется. Google Play достижения. Если мы нажмем, нам покажут. Начать игру в первый раз, 500 очков. Побывал везде, посетите запретную зону на военной базе. Спасти сестру. Побывать на острове в парке, сохранить игру 10 раз. Покинуть дом. Попасться клону 10 раз. Неверно ввести код 3 раза. Прочитать записку на входе в кладбище. Вау, починить пожарную сигнализацию. 45 достижений. Давайте попробуем получить несколько достижений. Выберем нормально. Головоломки сложно. Стартуем. Достижения получили, смотрите. Очень редкое начало приключения. Это как? Это они так прикольнулись. Нам сейчас, скорее всего, за любое движение будут давать достижения. 12 ноября 89-го. Ты можешь купить оружие, патроны, аптечки и другие полезные вещи в нашем магазине. Таки раз перешли, купили. Я там уже разного напокупал. Так, все, побежали открывать комнату сестры. Привет, Чарли. Вот, смотрите, щеколду откидываем. Смотрите, к сестре зашли. Не могу разбудить. Все, нам сейчас разрешат спуститься вниз. Что здесь? Обезьяна. Это жесть. Новинка, новинка. Такого не было. Все, сматываемся отсюда. Мы пока что с вами получили одно достижение. Да, достижение, ну-ка. Один дома. Но непонятно, за что дают. Видимо, потому что родители ушли. Но я бы его так и так получил. Забираем фонарик. Шарик активируем. Ну-ка. Не боюсь темноты, смотрите. Первый раз включили фонарик. Достижение получено. Патроны. За патроны не дали. Ну-ка. Может, там надо собрать очень много патронов. Допустим, собрать 100 патронов. Ключик шестигранный. И выходим через другой ход. Сейчас будем разгадывать загадку отца. Не дома, а особняк. Видимо, очень много ходим. Мне кажется, за комнату отца тоже дадут достижения. Раз их всего 45. Есть. Здесь ключик от кабинета. У нас сегодня, в общем, такая задача. Мы пройдем игру и посмотрим, сколько достижений получим. В сумме. Там же укажут в меню. Так, я не собираю патроны. Ух ты. Такое ощущение, что это более утоляющее. А вот выходит и клоун. Ну-ка. Не он ли? Не он. Неоновый газ. Шарики с неоном. Есть, с третьего раза. Покиньте дом, чтобы найти помощь для Лили. Ах ты, а достижение. Ух ты, есть, есть, есть. Новое достижение, читаем. Огни большого города. Все, видите, мы вышли в город. Застрелить сосед, есть достижение. Раз. Два. Есть! Вот и дом освободился. Вау! Даже с юмором, смотрите. С такими кроссовочками-то я быстро доберусь. А если будет достижение взять биту, ладно. Давайте возьмем. Могли достижение дать. А, 10 раз сохраниться было достижение. Но я, скорее всего, столько раз не буду сохраняться. Это первый раз. Промахнулись. Мы сейчас с вами ищем проход в госпиталь. Давайте возьмем пожарный рукав. Это есть. Ничего не дали. А за патроны есть достижение, интересно. Но все 45 за раз, скорее всего, нельзя собрать. Там, возможно, даже есть достижения за разные уровни сложности. Шмалировать. Все, у нас чистый экран. Проценты жизни хотя бы видны. Заходим. Вот мы уже и до половинного задания дошли.
Ну-ка, аптечка есть. Патроны. А я случайно сохранился. Но не помешает. Убить 100 монстров. Аптечка. Не, как я вам говорил, не берите аптечки, которые вам придется отдать. Пройду. Пройду. В самый конец. Они вообще двери умеют открывать? Смотрите, сэкономил. Приколюха вообще. На 6% бегу. Как вам такой прикол? Скорее всего, оставлю видео, потому что я не забиндовал аптечки. Не настроил вообще, на какую кнопку применять. 36, 66, 96. Коды регионов в Свердловской области. Просто пробегаем. Тебя тоже надо обдурить как-то. Ну так, полусредняя. И забегаем в задание. Быстрее, быстрее, быстрее. Прикол вообще. Ноль, смотрите, ноль углов у круга. 30 августа не бывает. Точнее, бывает. 30 апреля. 31 апреля не бывает. А, ну и не Уран. Венера. Венера, смотрите, Сурджери. Две буквы Р. Сразу же прям пробегаем. Лишь одна ложь. Выход рядом. Или не выход, не рядом. Выход тут, выход не рядом. Да вот же он. Мы обманули, видите, Шон Хабарт, надо не забывать. Мы скоро с вами получим достижение, это 10 сохранений, мне кажется. Бери ключик-то. Ну-ка, картину уроняем. Отошли максимально далеко. Все, Шон Хабарт, побежали на кладбище. Смотрите, вы могли подумать, что нужно идти к главному ходу. Требуется сторож. Мистер Дорси попал в больницу, нужна временная замена. Достижение какое? Любопытный! Я просто записку почитал. Вау, это случайность. Так, Шон Хабарт, ищем. Он может быть в самом начале. Нам пока некого бояться, потому что монстров нет. Шон Хабарт, yes. Похоже, его похоронили тут. Черт, придется его откапывать. Нужно поискать лопату. И мы таки заходим в склеп. Заперто. Я уже там что-то лопаю. Циклоп стоит в одиночестве. Судьи в отчаянии стучат молотком. В общем, молоток это желтый. Желтый молоток. Кстати, можно еще подбирать патрончики. И даже, кстати, аптечки. Сапфир. Брызги летят в перемешку с трупами. Непонятно. Циклоп это что-то типа глаза будет. Деревья в страданиях перерождаются в знания. То есть из деревьев делают бумагу. Ну давайте пробовать. Деревья. Циклоп. В перемешку. А это у нас судьи за решеткой. Смотрите, сразу получилось. Все прям четко. Ну и заходим. Выполнил задание на кладбище с первого раза, допустим, достижение. Ну нет, такого не было. Может, достижение-то навалом придумать? Чуть ли не подобрал лопату. Кстати, мы с вами провзаимодействовали с обезьянкой. Нам за это ничего не дали. Где ты был? Ох ты, ох ты, ох ты, кого выкопали? Расхититель гробниц. Так, ну этих монстров мы просто оббегаем, смотрите. Вау, аптечка. Просто убегаем. Нас не задели. Еще патрончиков взяли даже. И уходим. Вот мы и с кладбищем закончили. Теперь побежим в канализацию. Мимо. А, давайте уже съедим. 100%. Наша задача сегодня пройти игру и посмотреть, сколько достижений мы получим. И какие достижения еще останутся. Подобрал 1000 патронов. Подобрал 1 000 000 000 патронов.
На второй этаж сразу же надо бежать. И нас никто не тронул. Чем больше вы играете в Dev Park 2, тем лучше вы знаете, на каком месте у нас какая планета расположена. Я все еще это не запомнил. Очень много ошибаюсь, да и не парился никогда. Давайте сейф откроем. Транквилизатор берем и карточку от лифта. И ключ-карту от лифта. Конечно же сейф, раз так все хорошо получилось. Сейчас давайте осмотримся. О, прямо и нужно бежать. Бам. Все, мы в лифте. Да, в принципе, можно в любой момент устранить их. Что? Достижение сразу получили. Монстры не пройдут. Смотрим последовательность. 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Все. Достижение со смерти. Электрик 80 уровня, ура. Врубаем пожарную сигнализацию, бежим. Ах ты, недалеко убежал. Дверь открывается, и там появился монстр. Ах ты, хватило патронов под ноль. Больше нету патронов. Сейчас побежим к сестре и вколем ей спецвещество. Вкалываем. О, достиженница. Как комарик укусил. Понятно, укол сестре. И сматываемся обратно. Ну-ка, за обезьянку. Ничего. Сейчас будем искать пожарку. Сейчас побежим так, чтобы пожарка пробила шлагбаум. Вот, все началось. Бам. Ну куда-то же она торопилась. Почему в пожарной машине никого не было? Все, пока что тушим. Ладно, раз монстров нет, пропускаем сцену. Побежали искать канализацию. Новое достижение. Пожар нам не помеха. Ура. Перекусили еду. Смотрите. Ух ты, достижение. В поисках черепашек ниндзя. Неплохо. Потому что мы бегаем по канализации. Но мы их, конечно, здесь не найдем. Ес, вот это было супер вообще. Я попался через решетку. Как вам такой прикол? Идем направо, потому что здесь главный вход, и налево. Все, мы его прямо серьезно так обдурили. Его даже на горизонте нет. Он нам предлагает бежать. Мы это и делали так-то. Смотрите, раз я выбрал сложные головоломки, нам нужно будет все делать быстрее. Дергаем рычаг, сразу же нажимаем на кнопки, смотрите. Раз, сразу подъем. Он просто через определенное время бы закрылся. Сейчас сразу на кнопку жмем, сразу же. Быстрей. Все, не успел. То есть, вы дергаете рычаг, резко открываете воду, сразу же. Так, это есть, патронами запаслись. И сейчас будем как-то хитрить. Ох ты, читаем. Время стирать трусы. Мы сейчас их знатно состернем. Вот это я хитро выбежал. Разворачиваемся и шмалируем. Хватило. А и все. Ну-ка. А, понятно, вторник, мы не знаем число. 14 августа. Среда. Это 0. То есть мы будем сейчас рисовать букву О на панели. Смотрите. Просто вот так по кругу. Ага, с чего начинать? А, неважно, похоже. Уходим быстрее. Мы, кстати, от него можем убежать, скорее всего. Убежать от этого монстра. Смотрите, реально, если убежим. Смотрите, монстр так и не прибежал за нами. А мы уже все разгадали. Заходим в блок Си, но перед этим, конечно, запасемся патрончиками. Ключ от дефпарка. Достижение, не достижение. Куча патронов просто. Здесь еще монстра не будет. Он за следующей дверью. 91%. Так, мы можем головоломку решить, в принципе, дистанционно. Но это сложная головоломка. Она перевернута зеркально. То есть L равно 4. 354 код.
354. Давайте сначала 3 неправильных. Быстро. А, все. А еще раз. Смотрите. 354. Заходим быстрее. Заходи быстрее. Мы зашли. Вау. Взял батареи. Но достижения не дали. Не хочется мне город-то спасать. Просто сматываемся. Смотри, он не задел. От него реально можно смотаться и решить головоломки. Все, побежали отсюда. Все, мы сейчас с вами выдвигаемся в парк смерти. Но для начала будем искать шлагбаум, выбитый пожаркой. А неужто мы 10 раз не сохранились? Еще раз. Еще. Еще. А, в разных местах что ли нужно? Дали достижение, смотрите, читаем. Лучше перестраховаться. 1500 очков. Все, нашли место, где пожарка выбила шлагбаум, заходим. Смотрите, монстров можно искать просто с огромного расстояния. У нас курсор краснеет. Вот такой интересный лайфхак есть. Наконец-то мы в парке смерти. Ох ты, достиженница. Знакомое место, смотрите. Из первого дев-парка, потому что оно. Разработчики молодцы. Вот достижение же класс. Стимулирует просто играть. Смотрите, как мы поступаем. Монстров много. Мы такие билет вставляем. Все, мне был бы, возможно, конец. Я пока жду. Пока поезд едет, монстры про меня забудут. Вот такой я нашел лайфхак. И все, в принципе, бежим. Они нам дали небольшую фору. Вон, видите? Есть шанс смотаться. Вышки сегодня не спасаем. Интересно, справимся ли мы сегодня с шестеренками? Да, я в предыдущем видео забаговал просто игру. То есть я в этот момент подошел и активировал. Достижение. Путешественник. Очень далеко зашли, потому что... Так, заходим быстрее. Так, ну большую сюда, к примеру. Не ставится, что ли? Ах ты, они заранее подсказывают, что ставится, что нет. Так, это перебор вообще. Идеально. Идеально. И две маленькие. Есть. Так, дайте вычета. Все, смотрите, 11 секунд. 10. 9. Балуемся вообще. 8. 7. 6. 5. 4. Все, ладно, хватит рисковать. Best Brother Ever. Лучший брат навсегда. Как ты посмел, щенок? Теперь я не смогу. Мы прошли с вами игру. Такое ощущение, что вообще быстро прошли. Чарли и Лили спаслись из города и добрались до границы зоны эвакуации. Защитные вышки не были включены, из-за чего военным потребовался месяц, чтобы остановить вторжение. Больше трети населения города погибли, а Чарли и Лили так и не смогли забыть этот кошмар. Больше трети населения города погибли. Еще достижение. Гений. 3500 баллов. Ну-ка, давайте смотреть. Ачивки. Ох ты. Они еще с разными значками сохраняются. А давайте смотреть Google достижения. 20 из 45 за пройденную игру получили. Побывал везде, посетить запретную комнату на военной базе. А, запертую, не запретную. Лучше, чем Бали. Побывать на острове в парке. Герой Фарланда, активировать защитные вышки. Рэмбо, купить все оружие. Ах ты. Может стать врачом, прочитать историю болезни в больнице. Шарик прочнее стали, выстрелить в первый шарик. Вау. Тут даже есть такие ачивки, которые могут получиться случайно. Взяли такие, выстрелили в шарик и получили достижение. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с вами получили ровно 20 достижений из 45 в обновлении Dev Park 2. Оцените прохождение лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.